Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Проверка прошла в рамках подготовки к отопительному сезону. Прошлой зимой в длительные и сильные морозы жители района жаловались на сниженную температуру в квартирах. Поэтому по инвестиционной программе предусмотрели установку нового котла. Он даст большую мощность. Также в котельной обновляют дополнительное оборудование. Это позволит увеличить электрическую мощность. Также производится замена на современные теплообменники. Обновляется насосное оборудование. Котельная работает на 126 домов и социально значимых объектов. Все работы планируется завершить к началу отопительного сезона.